баржа. Надеваю рюкзачок и погнал. Первая сазанья рыбалка на Оби начинается. Моторчик уже гудит. Все, я попер. Ребятушки, всем привет! Ну вот, я на своем месте. Это место я открыл в прошлом году. Неплохо отловился. Ну и решил в этом году тоже пробовать. В этом году рыбалок мало. Маленький ребенок. Ну, кто смотрит постоянно, тот знает. И за это время на моем канале добавилось там 500-700 человек. Я мало что выкладывал, практически ничего не снимал. Неделю назад я был на реке Чулым в поисках сазана. Выскочил на сутки, сазана не видел, фильм не получился. Посмотрели футбол, отдохнули, половили хорошего карася, даже поймали маленького такого, сейчас покажу его, маленького карпика зеркального, черного такого красивого. Вот, ну и все на этом. Сазана не было, поэтому фильм не состоялся. Для меня уже карасевая рыбалка как будто бы неинтересна. Хотя, если кому интересно, пишите в комментариях, буду снимать и такую рыбалку, фидерную, на хищника и так далее. Рыбалок стало меньше, соответственно, хочется укрупниться, хочется выйти с трофеем. Наконец-то обь начала падать, вылетела стрекоза, мымра, все в кучу, вода просветлела, и я двинулся на Пское водохранилище первый раз в этом году. В таком прекрасном месте встал. Шум прибоя, ночуешь прямо на берегу, будет вечером костерок, ужин, но для начала мне нужно хотя бы немного разобрать вещи, закормиться, найти точки. Сейчас все это будем делать по очереди. Ну, вам приятного просмотра, я надеюсь взять хотя бы одну рыбу, это цель минимум, цель максимум, хорошенько отдохнуть, ну и одной рыбе я тоже буду рад. Значит, поехал искать точки. Взял с собой зимний эхолот Паноптикс, вот он как с зимы так вот упакован был, так и есть. Я сделал ротатор летний, сделал вот такие струбцины, здесь вот так вот закрепляются, вот таким образом здесь приварены. Хром-труба системы Джокер от детского самоката, от самоката сына деталь. Дальше труба в трубу. И вот так вот это опускается. Луч показывает. Ну, собственно, он должен быть чуть поглубже огружен. Но я сейчас сяду, выйду и думаю, что будет нормально. Под водой находится. Ну и, в общем-то, можно так вот прокручивать, смотреть все. Здесь вот сильно затянул. Сейчас ослаблю и пойдет. Со стороны вот так все выглядит. Работать можно. Так, у меня в прошлом году сперли мою тропу, мой маркер стационарный на закрытии. Кто не видел этот ролик, можете глянуть. Вот. А вот сейчас распаковываю новый, и вот я уже на 3 метрах. Холод четко показывает впереди камни. Можно так повертеть. Очень неплохо видно. Все прям хорошо. Туда поглубже. Здесь вот валуны какие-то. Видно рыба, которая движется. Вот здесь недалеко от датчика. Ну, что-то небольшое. Сейчас пока соберу маркер. Просто... В этой
Мне вот сносит уже. Вот здесь, вот оно у дна. Рыбы, да, фига всякой. Шевелится. 5 метров глубина. Маркер я поставил. Все, сейчас уплываю, закармливаюсь и все. Очень интересные мультики. Закорм. Варил кукурузу. Закорм, это у меня уже второй. Вчера вечерний не стал снимать. Ну, потому что он такой же. Кукуруза сварена на дрожжах. Стоит, то есть ферментируется. Основная масса это кукуруза. Так как течение закрыто в два ведра. Дальше тигровый орех. Вот такой вот 8-литровая. У меня есть такая пятерочка. На насадку отсюда же беру. Это все наличие ореха и кукурузы буду распределять по оставшемуся времени. То есть еще на завтра мне надо будет оставить. На ночь закорм еще один будет. И бойлы. Red Carbs. Все то же самое по предзаказу. Одно ведро ананас. Второе ведро тоже желтенький тигровый орех. Куст тигровый орех. Всем привет! У меня вечер. Это уже второй вечер на водохранилище, но первый такой полноценный. Я уже помылся, днем толком не снимал,
поклевка. Блин, походу не заснялось ничего. Походу только на ту камеру заснялось. Блин, нифига себе он мне дал кокс, у меня аж рука болит. Рыба-то небольшая. Нифига силище просто. Вот он, тут килограмм 6, наверное. Ребятушки, первый в 24-м году дикий обской сазан пришел в завершении первых суток. Он небольшой, но он очень сильный, я такого не припомню вообще. Я думаю, здесь килограмм 7, может быть 7 с копейками. Вот он. Вот такой красавчик. Смотрите. Я очень доволен. Рыба очень красивая. А, наконец-то. Ну, поставь. Фу. Классный. Классный золотистый сазан. Второй раз уже так. Сажусь что-то говорить и поклевка. Ну, тогда это была не единственная рыба и не первая рыба. А в этот раз это прям
первая рыба и пока что единственная. Сутки закончились вот этим часом, и поклевка. Мощь, просто мощь. Я не знаю, эти 6 килограмм, ну там просто дикий, просто дурило, фигачил. У меня такого не было, с пятнашкой такого не было. Он забирал метров 20 лески, не записал. Я включил, но не нажал кнопку на адреналине. Короче, ну сразу видно настроение, теперь совсем другое. Уже теперь как-то все радужнее, и краски ярче, и настроение бодрее. Не хотел мясо готовить, думал, блин, что-то лень, что-то подустал. А размышлял о том, что ловил я не там, где кормил. На такой большой ширине вчера унесло у меня один маркер. Вот. Я, как мне казалось, с берега кидаю примерно там, где кормлю. Но оказалось, нет. Сегодня сплавал с эхолотом. Взял такой камень, поставил еще один маркер. И вот теперь я кормлю там, где и, собственно, ловлю. Течение сносит очень сильно. До маркера я не добрасываю, но я и не докармливаю. Я заплываю и кормлю там, где добрасываю. Вот, но маркер стоит в интересном месте, там как раз такой, ну, середина свала. И выход я пометил другим маркером, он тоже болтается там, как бы, до туда я точно не добрасываю, до туда метров 150. Груза кончаются, ко мне сейчас должен приехать брат, вот. И сплаваю за ним, заберу его, и он мне должен привезти груза. Обрывы, скалы, леска очень сильно портится. Скорее всего, после этой рыбалки придется все 4 катушки, а у меня стоит 6 палок. Все, ну, посмотрим на те 2, а вот эти 4 точно придется перематывать леску. Она вся в таких насечках. Ну, в общем, я доволен. Рыба до сих пор лежит в мате. Я записываю коротенько, просто передаю эмоции. Рыбалочка удалась, кино будет. Блин, все, кто писал, и ко мне добавилось уже достаточное количество людей за вот это время, мне просто не удается выехать на рыбалку. Обская рыбалка, открытие 24-го года продолжается. Так, ну что, дружище, надо тебя отпускать. Круто.
Не. Или да. Да. Рыба. Но это будет долго. Что-то небольшое. Пошел, пошел, смотри. Нормально. Вот он. Под вечер нужен еще один. Че, зеркаш, что ли? Тоже небольшой. Зеркальный! Зеркальный карп, охереть! Первый в этом. Зеркальный сазан, у него чешуя какая-то. Вот зеркаши, они посильнее. Не-не-не, я хочу, это же для ролика, даже если мне будет тяжело, даже если он уйдет. Ой. Так, иди ко мне. О, есть, дома. Ну, килограмма 4, но это зеркальный сазан, гибрид какой-то. О, в мате еще один лежит. Офигеть. Да, они такие все. Офигеть. Придется вот в этот брать. Подсака другого нету. Идет как теленок домой на водопой. Спокойно вообще. По сравнению с первой шестеркой это так. Детские шалости.
по-моему, второй на орех. Первый на орех, второй на орех. Это третий, тоже, по-моему, орех. А, тоже что-то такое, 4. Но мне это будет прикольно. Небольшой сазан. И он не такой борзый, как его братишки. Давай, 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 давай. Готов. Этот даже побольше. Ну, пятак где-то. Удочку не хочу туда тащить. Не, это даже... Это даже 6, наверное. Так, засечка не очень. За верхнюю губу. Тигровый орех рулит. Снова тигровый орех. Так, ребятушки, ну, вечер обещает быть томным. Пришел какой-то нереальный гибрид зеркального карпа и сазана. Такую рыбу точно нужно отпускать. Сейчас только чуть-чуть стемнело. Вот такой вот. Килограмма на 4. Смотрите, какой красавец. Офигенно. То есть он рыжий, рыжий хвост, но у него чешуя зеркального карпа. Прогонистый, все как сазан. Зеркальный сазан назовем его. Ролик будет называться «Зеркальный сазан». И буквально только припарковали его, хотели сфотать. И вот он. Пришел какой-то горбатый. И я сказал: «Горбатый!» Упирался не очень сильно, возможно, из-за этого дефекта, который у него есть вот здесь вот на теле. Но побольше он. Такой под 6. Третья, прикиньте, вечер. Пошла третья. Мы фотосессию устроили. А тут поклевон. Вон она. Я даже не перезакинул эту. Ага. Вот это вечерка. Сумасшедшая просто. Вот это он подскочил. Тоже такой вроде небольшой. Опа. Так, тихо. Из 6 вот осталось 3 удочки. На 3 у нас рыбы. Ну, тоже такое. Ну, блин, я первого не заснял. И мне прям даже жалко. Этот просто как кирпич. Чувствую, там что-то болтается. Но это не то. О, спасибо. Ты хочешь на подсачке? Я не знаю, как хочешь. Далеко не иди, там глубоко. Там прям обрыв. После этой скалы. Давай попробуем. Просто опускаешь воду, и я завожу сам практически. Я завожу только на показать вам, какой он. Он тоже четверочный. Тузик, короче, можно и так сказать. Сейчас заведу. Он на бойл зашел. Оп. Потихоньку так прям вверх не подымай, по воде его, и все. Бойл мультибейтс, малиновый сироп и флюо, этот динамит бейтсовский. Засечка идеальная, не сошел бы ни за что. Так, ну и третий пришел. Теперь их 3. Только что мы начали фотосессию, значит, из 3
из 6 палок сработали 3 за последние 20 минут. И пришел вот такой. Даже взвешивать не будем, они плюс-минус одинаковые, 5-6 килограмм. Вот он посветлее. Красавчик. Это так не упирался. Вот первый такой, первый в 2024 году был просто мощнецкий. Ну все, будем перезакидываться. Я думаю, ночью будет весело. Это факт. Ну что, спасибо, ребятки, за такой интересный вечер. Вот они. Разошлись. Один туда. Вон он еще идет.